Привет, друзья. Сейчас, подождите. Киномана надо потише сделать. Вот смотрите, что я заметил интересного. Магазин «Лента». Он такой типа мега хитрожопый. Видите, сумма к оплате, чтобы человек, когда смотрел, маленькими буквами написано 409, а скидка 233. И вы, как бы, естественно, будете замечать скидка. То есть неважно, сколько вы там купили, там на 1000, а скидка как будто вот там 150 рублей. И вам в мозг заложится, что ну да, там какие-то 150 рублей я потратил. Не случайно, потому что на других чеках в магазинах, других магазинов, на чеках других магазинов просто итог самый крупный всегда написано. И дата в начале, а здесь дата в конце самого чека. То есть такие червячки реальные в ленте, я смотрю, они прям сидят и думают, как бы кидануть народ. Ну все, пока, ребята. Это был исследователь. Слава прогрессу.